Я сдам ЕГЭ. Я стою у знаменитого на весь мир центра Елизарова. В Курганской области 2016 год объявлен годом Елизарова. Гавриил Абрамович – это человек, который прославил мою малую родину. Это человек, который преодолел все трудности и испытания и своим примером показал, как нужно добиваться поставленной цели. ЕГЭ – это возможность получить путевку в жизнь и достойное образование. ЕГЭ – это шанс для каждого школьника стать студентом, стать специалистом и принести пользу своей стране. Я готов преодолеть этот важный рубеж. Я сдам ЕГЭ.